Друзья, приветствую вас на нашем деревенском канале. У нас очередной вывод цыплятку 500 Чехия. Обалденные цыплята, очень хороший вывод. Выход составил, наверное, 90 с лишним процентов от заложенного яйца. Закладывал 100-176 яиц. Ну, наверное, осталось на штук 15 всего. 15, наверное, не проклюнувшихся яиц. Ну, это, скорее всего, болтуны. Я не смотрел, не воскопировал. Просто все, что осталось, то осталось. Цыплята вылуплялись у меня на протяжении суток. Вот сейчас последних, последующие достал. Наверное, 6 штук, да. 6 штук у меня осталось на утро, все остальные вылупились в течение дня вчерашнего. Хорошие, шустрые цыплята, пухленькие, толстенькие, замечательные. Вот такая вот орава сейчас в брудере находится. Кушают, пьют. Корм ПК-2 насыпан на пол, чтобы учились кушать. В чашечку насыпал еще дополнительно, чтобы из чашечки учились тоже клевать. Водичка у нас сладкая, с сахаром. 2 чайные ложки на литр воды. Меняю 2 раза в сутки. Ну, все как обычно, по стандартной схеме. С завтрашнего дня 3 дня будут витаминки по утрам. Ну, а дальше будет обычный комбикорм. Будем дальше цыплят поднимать. Вот такие они шустряки. Шустренькие, веселенькие, пухленькие цыплята. Кот 500 Чехия. Вот такой красавчик. Давай, кушай, кушай. Это у нас третий выводок в этом сезоне. Вчера заложил новую партию в инкубатор, тоже КОК 500 Чехия, очень хорошее яйцо, замечательное, крупное. Надеюсь, и цыплята будут такие же шустренькие, толстые и румяные. Все обычно, брутер работает на 2 лампах инфракрасных. Одна лампа на 100 ватт, одна лампа на 250 ватт. Надо будет, наверное, соточку поставить. Сейчас уже обещается тепло, погода стабилизируется, на улице постепенно теплеет. Вот сейчас минус 6, еще утром прохладненько в помещении, где-то 18 градусов. Но в брудере у меня при закрытом было 27 градусов у края брудера. Вот датчик, цыпленок цепляет его, датчик тут находится у края брудера. Ну, под лампами, соответственно, температура намного выше, и цыплята выбирают ту позицию, которая им более комфортная по температуре. Вот. Подрастает вторая партия. Это у нас рост 308. По-моему, Испания. Я уже запутался в этих наименованиях по странам. Постоянно разные приходят. Вот. Хорошие тоже пухленькие цыплятки. Им около месяца. 4-я неделя идет. Вот такие вот толстенькие росы. Тоже хорошие. Это у нас рост 308 мах, по-моему. Вот. Клетки у меня тут наверху сидит по 15 штук оставил. Остальных цыплят высадил на напольное выращивание. Вентиляцию пока не включаю. Но вот когда тепло станет, буду включать днем, чтобы тут циркуляция воздуха была достаточно хорошая. Партия у меня это 90 с лишним голов. Вот здесь 63, по-моему, что ли, цыпленка находится на полу. Надо вот немного подстилку будет сегодня обновить им. Утоптали уже, усрали.
Сейчас буду кормить их. Сейчас буду производить утреннее кормление. Все съели. Кормлю параллельно с комбикормом вареная картошка с рыбьим жиром. Плюс комбикорм. Делаю мешанку. Хорошо кушают. Неплохо набирают. Все нормально. Немножко это как бы стабилизирует вот этот рост цен на комбикорм. Ну, то есть цена на комбикорм вообще запредельная и достаточно дорогая себестоимость выходит. Ну, как-то справляемся. Картофель еще есть, поэтому прорвемся. Давно уже не выходил в эфир. Что-то вообще зарылся в заботах, в делах. Вот у нас в ближайшее время, в ближайшие дни сделаю обзорчик на техасский утяжеленный. Вот это у нас растут перепелки утяжеленной техасцией. Еще нет 2 месяцев, но на мой первоначальный анализ и взгляд немного, не меньше. Они ну, не дотягивают, мне кажется, до техасца подмосковного гиганта, который белый гигант. Ну, взвешиваем, посмотрим, оценим. Ну, пока вот так на первый взгляд скажу, что они все равно не дотягивают до тех показателей, которые были в аннотации к этим перепелам. Якобы достигает 400 с лишним грамм к 2 месяцам. Ну, вот и посмотрим, насколько это соответствует действительности. Ну, а гиганты у нас растут очень крупные, очень такие упитанные, хорошо несут яйцо. Ну, нормально все. Он зачирикали. Вот наши белые гиганты. Осталась у меня вот одна сетка еще старого родительского стада. 2 сетки сформировано нового родительского стада. Вот это все хорошие крупные птички. Вот это молодые у меня только начали нестись. Вот. 4 яичка уже есть. Эти немножко постарше. Тут яичек побольше. Вот. Тут самые древние у меня. Древние техасцы. Обычные. Веревочку тут видят. И вот, вот сделал отбор вот этого техасского утяжеленного. Самых крупных выбрал. Ну вот из них потом еще извешаем и посмотрим, соответствуют они показателям или не соответствуют. Сейчас им, по-моему, 50 дней. Надо смотреть по записям, когда они у меня вывелись. Ну, думаю, вот в 2 месяца сделаю обзорчик вот этого техасского утяжеленного перепела от фирмы «Русский перепел». Где-то в Подмосковье они находятся. Вот, ну все, зачирикали. Подрастает молодняк, мясной молодняк белого гиганта. Цыплятам 3 недели. Они хорошо растут. Замечательно набирают вес. Это у меня был отбор яйца. Ну, не ликвидного всякого. Параллельно собирал на заказ яйцо. И все, что не подходило для продажи, оставлял себе. И вот у меня вылупилось. И вылупилось очень хорошо. Тоже порядка 85, наверное, процентов от заложенного яйца. Цыплятки набирают очень хорошо вес, растут. То есть качество яйца очень даже неплохое. Ну, с этого стада ничего отбирать тут мы не будем. Ни на яйцо, ни на какое-то там воспроизводство. Это чисто на мясо у меня. Не ликвид. Не ликвид, который был отобран. Сейчас начну отбор очередного яйца на инкубацию. Поступают заявки. Ну и себе что-то, может быть, отберу на новую партию, на новое мясо. Ну, на этом, друзья, все. Ой-ой-ой, напугал.
На этом, друзья, все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Подписывайтесь на наши другие площадки. Телеграм-канал Деревенщина, Дзен-канал Деревенщина, Дзен-канал Казан Домашний, Пульс Майл.ру Деревенщина, ВКонтакте, в Одноклассниках. Все ссылочки оставлю в видео под описанием. Переходите, подписывайтесь. Буду всех рад видеть. Пишите комментарии обязательно, задавайте вопросы. Начинали мы формат как-то по вопросам, очень хорошо, потом что-то вопросы кончились. Так что давайте, пишите, не стесняйтесь. Что знаю, расскажу, буду снимать для вас обзоры по вашим вопросам. Все, на этом все, друзья. Всем пока-пока, всем добра. Всех поздравляю с Пасхой Святой. Сегодня как раз Пасха, 24 апреля, праздник святой православный. Всем добра, всем пока. Вчера было у меня очередное копчение. Посмотрите, какая красота получилась. Еще партия кусочков висит у меня на просушке. Буду докапчивать. Вот такие вот кусочки, грудиночки. Копчу каждые выходные. Возни, конечно, с этим делом очень много, но тем не менее продукт получается очень вкусный, всем очень нравится и просят еще, поэтому надо стараться для людей.